Доброго всего времени суток, с вами Тексер и Space Heaven. Так, на паузе что ли? На паузе. Вы давайте, ходите. Не хватает ресурсов. А каких? Ну, у меня тут перманентная нехватка ресурсов. Для оптоэлектроники, в частности, не хватает электронных компонентов. Да, я строю вот этот производитель электроники. Тут тоже не хватает. Мне нужна электроника. А что мы строим? Электронный фабрикатор я строю. К нему нужно техно, наверное, блоки, да? Ну, такое оно, да. Тут тебе что не хватает? А, гипертоплива тебе не хватает. Ну и ладно. Бесконечно. Да, я хочу бесконечно производить. Возможно, это неправильно. Так, что у нас тут? О, а тут у нас прекрасно. Тут у нас все перенесли. Жизнь прекрасна, удивительно. Давайте. А, переместить. Где мы будем спать? Спать мы будем, наверное, вдоль этой стены. Там фонарики, правда. Ну, вы заберетесь. Я знаю, вы заберетесь. Так, переместить. У вас шестеро. Ага. Табуреточка. А еда у нас будет тут. Едовая, да? Вот. А, кухня. А, как хорошо. Так. Игральные автоматы. Сюда. И сюда. Борщ там вроде, а нет, тут туалетка еще есть такая вот. Вот так. Все. Я все переместил. Вроде ничего там не осталось. Отлично, работайте, господа. Можно посмотреть на биозные капсулы. А, ладно, система. Защитный модуль, понятно, это все рабочее. Это шлюзы, это склады, это еды, это ресурсы. А не мебель ли эти капсулы? Нет. Установки. Капсула гиперсна. А, да, кстати, да. Койки. Койки. Раз койка. И где тут у меня была койка? И иди строительство отсюда. Где тут была койка? Койка. Вон она. Хватит в обнимку со станками лежать. Вот так. Надо болеть уже так нормально. Болеть так болеть. Так. Капсула гиперсна. Ну вы тут строите потихоньку. Нет, не R. А все равно не вылазит. Ха-ха, 5. А один пилот, все норм. Ну, вот пускай там строят. Две коечки лечиться и капсулу гиперсна. Наслаждайтесь, ребята. Так, что у нас далее? Далее у нас тут в системе, у нас тут нихренаська. Живет сплошная. Вот тут у нас тоже везде живет нихренаська. Я хочу слетать вот в ту систему. Поэтому мы сейчас заводим наш пепелац. Пепелац, заводись. Давайте вы ускоритесь, ребят. Я понимаю, что вы переносите свою еду, вам печально. Вам хочется... Наверное, уже пора сейчас будет спать. Че, заполнилось? Нет? Нет еще. Так, сел. Завел. Поехали. Я тут, да? Нам туда. Полетели. Тыц. Тыц. И тыц. Ну, да. Будут без гиперсна, и что? Мы прилетели. Ну, зачем мы тут остановились, непонятно. Негде отдохнуть. Негде. А вы быстрее шевелитесь, вам будет где отдохнуть. Авария. Или вот пожар. Туши давай. И стоит. Ушами хлопает.
Несите, варите, отдохнуть им негде. Нормально, да? Претензии у них почему-то ко мне. Так, давайте, прыжок. Сейчас поставить туда куда-нибудь, да? Вот что вы не варите? У вас были бы уже кровати. Так, а это я демонтирую все нафиг. А они все сразу носят. Они носят столы, они носят стулья, прыжок так полетели. Так, что мы тут имеем? Ну вот тут можно уже находиться. Находиться и добывать. Вот там корабль брошенный, выйти. Тоже неплохо. Меня все устраивает, разместить. Так, давайте, добыча. Добыча. Все добыть. Добыча. Ну чего там? Все добыть. Все добыть. Отлично. Полетели. Полетели, орлы. Быстро-быстро работать. Ну что, вы будете варить свои кровати чертовы? Я думаю, вы ящик-то уже натащили или еще нет. Ну, койку сварил тоже неплохо, в принципе. А вам жрать, наверное, нечего. Кухни-то нету. А вы работайте быстрее, все будет. Один-два улетел. Я только надеюсь, что я не оставил нигде эти капсулы. Капсул нету. А, все нормально, варят. Варят, ну копают. Все, кроватки пошли. Вы можете спать. Вы можете спать уже. А, нет, вы хотите закончить, да? Вы хотите, чтобы у вас было где есть. Ну, это правильно. Одиночество, умеренный дискомфорт. Вы давайте, работайте, да. А что, вы спать не будете? О, они жрут. Заразы. Вы что там второй? Все, спать пошли. Ну и в пеннету еду, поголодаем, зато выспимся. Ну и правильно, на самом деле. А знаете, я вам даже задам еще одну кроватку поставить. Вдруг мы кого-то найдем. Вот мне не нравится, что они вот сюда на анабиозной капсулу натащили материалов. Вот мне это не нравится. Они могут что-то недостроить свое. Они на радостях отсюда приперли, а достроить. Задача безработников. Задача безработников. Ну и что? Проблема логистики это называется. Так, ну ладно, главное, кухонный комбайн фигачит. Фигачит. А что еще надо? Они все жрать носят. Ну и нормально, в принципе, что, пожрут сейчас. У них кресла нет тут. Ну, они пытаются. Вот я не понимаю, откуда они взяли вот эти блоки. Играли автоматы, сварили. Ну, слушайте, без проблем все, нормально. Там даже что-то еще осталось. Приближается корабль, да пусть приближается, меня это не волнует. Так, стены. Не монтаж, не монтаж. Монтаж. Это все демонтаж. Это все не надо. Демонтаж. Вот, все демонтаж. И тут надо будет поставить тогда светилку мебели не сюда. Ну, как-то так. По-моему, нормально. Так, мы не докопали. Ну, тихий час начался. Пора спать. Оп-то, электроника. Электроники нет, да. Поздновато я почесался на этот. На принтер электроники. Ну все, с переездом. Больше в рубке не живем.
Так, собрали стопы. Заводимся. Летим нафиг. Прыжок. И корабль. Перехват. Кого перехват? Я кого-то могу перехватывать? А зачем мне это? Пираты летят. Выходим. И они же не сюда летят. Силовых полей у меня до сих пор нет, к сожалению. Так, ну корабль вот так. Может даже вот так. Сюда летят пираты. Спасибо. Порадовали. Так, торговый обмен, что у тебя есть? Вода есть, лед есть. Энергоблоки есть, но баблища стоят неимоверно. Техноблоки тоже есть, но тоже баблища стоят. Давайте торганем. Слушайте, нет. Я бы торганул, но сюда пираты летят. Я-то за, конечно, но пираты. Я даже тут корабль пока трогать не буду. А если вот это сейчас улетит, у меня вообще гердык. А что у нас вообще по системе? Ну там что хорошее. Вот там что-то хорошее. А куда пираты полетят? Я бы сюда еще слетал. Вода, все такое. Полетели. Хрен минут с пиратами делить. Да? Прыжок. Полетели. Во, вот вас там встретят, да, точно. И будет вам там хорошо. Так. Ну, в принципе, меня устраивает. Разместить. А, спать вам пока не надо, стопе. Но у меня все вооружены на самом деле. Стиви. Ручной режим. Пошел. Максимус. Пошел. Джон. Тудой же. Джемиля остается. Хейли. А, пошел. Блять, побыстрее. Вот тут мы надолго. Так, корабль. Стыковка. Стыковка. Принять. Погнали. Ну, где-то там летит, наверное. Да? Да. Ну. Обычная скорость. Исследуем заброшенный корабль, конечно. Не надо. Хейли, пошел. О! А мы алены будем стрелять? Так, все, он с аленами. Хейли, давай сюда. Джон, туда. Кто еще? Максимус. Стиви. Ага. Сдохла. Расходимся. О, Стиви, стой! Сейчас запутает в кокон, да? Невозможно уснуть, и не надо усыплять. Усыпать. Так. Ох ты ж. Здоровый какой. Ладно. Я надеюсь, мы справимся. По кислороду, говорят, беда, да? Не похоже, конечно. Давай, вали его, вали, вали мелкого. Ага, коконы. Тут что есть? Что есть? Ты куда пошел? Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Так.
Невозможно уснуть, не надо усыпать. Стиви тут готовится уснуть у нас. Зачем-то. Так, ничего нету, давай туда. Максимум сходи. Так, там все открыто, да? Давай сюда. Все. Все. Ручной режим. Ручной режим. Ручной режим. Стиви. Что с тобой? Без сознания. Максимус, ты в сознании. Ручной режим. Где там Стиви лежит? Тут Стиви лежит. Давай, давай, неси, 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 неси его. Так. И туда. Джон вроде как там кислородиком зарядился. Максимус вообще без кислорода, но он ищет Стиви. Недостаточно кислорода. И понятное дело. А что, Хейли там упал, что ли? Да не, вроде жив. Стоит, что-то фигней страдает. Так, сдал, молодец. Максимус, как тебя это? Все, Максимус выключил. Все, не ручной режим. Отлично. Сбор. Лом. Пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. Перенос. Выбрать все. Ну, как-то так. А теперь погнали. Я надеюсь, что у них все будет хорошо. Разбираем корабль, а потом забираем ресурсы. Так, ну что, кто-то у нас... Хейли решил не лечиться, да? Ну, не лечись, в принципе, кто тебя заставляет. Лежит так, болей. Аптечка есть, если что. Не аптечка, это медицинская комната. А, вот решил перелечь, молодец. Я думаю, сейчас они с корабля надергают ресурсов. Мне интересно, почему шаттл стоит здесь? Часть же... они жрут. А, они на мелкие корабли сели. И там потрошат. Ну, тоже правильно, в принципе, почему нет? Ну все, я теперь просто сижу, жду. Просто сижу и жду. Когда они соизволят. Разлились на нижние полки. Да. Ну, внизу-то удобнее, правильно. Приближается корабль, следующий ход. Да мне. Такой корабль мне пофигу, пусть приближается. Так, ну все неплохо. Глядишь, электронику построю, и у меня вообще будет все прекрасно. Че они пол за собой не убирают? Вот там кто-то кровушкой наляпал вот тут вот. И что-то они... А Хейли-то кормить будете? Кормят, смотрите. Нормально. Вы его лечите. Бегают, бегают. Возможно, нужно вникать во все вот эти вот их тормозяки. Так, а давайте корабль посмотрим. Торговый обмен. Давай, маленькую скорость. Суперблоки, видимо, везде подходят. Квантронные компоненты, инфраблоки. Ну, 294, не хочу. Ну, в пень. Сами заработают, не маленькие. Так, ну, нормально. У нас там народ бегает. Раз, два, три. Трое в скафандрах. Они там, а трое тут. Ну, один болеет, двое работают. Ну, хорошо поделились на самом деле. Меня все устраивает. Раз, всякого у них сырья вывалили. Так, не хватает удобрения. Ну, что я могу сделать? Не хватает удобрения. Вот мы тут непрерывно фигачим удобрения из чего-либо. Из фруктов. Ну, такое себе.
Из биомассы, из монстров, из ног. А вы теперь без удобрения работаете, что ли? Они без удобрения не работают. Вот так вот. По всей рыжей морде. 138 биомассы. Вот офига сейчас биомассы. Чуть и не так-то. Ишь, не хватает. Может, что компостер надо? Но я не знаю. Они тут не похожи, что эти станки все автоматические. У меня такое подозрение, что станки тут работают только как к ним человек подходит. А сами не фигачат. То есть вот никто на биомассовом станке на этом не делает компост. И компоста у нас нет. А у нас будет голодно в итоге. Блин, у нас будет голодно. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай Хейли лечись уже. Нам нужны рабочие руки. Я бы еще человек трех подобрал где-нибудь. Не знаю где. Слушайте, а на корабле что-то есть? На этом я чуть не посмотрел. Может, там какая-нибудь трогательная история есть. Я, кстати, ни разу истории не подбирал. А, есть, кстати. Так, ладно, сейчас они сюда прилетят. Я их поймаю за хвост. Стоямба, Джамиля. Ручной режим. Давай. Монеты. Это монеты. Ну, тоже неплохо. Хорошо. А я думал, это истории. Монеты. Это, блин, монеты. А это? Новый журнал. Стопы, а где мне его читать? Новый журнал, вот. Апокалипсис. Мэри Шелти. А, ну это основное, да. Запись 1. Большие внезапные перемены. Независимо, если есть корабль Мэри Шелли. Так, ты давай бегай. Бортовой журнал. Первая запись. Говорит капитан Гранд Парк. Или, может быть, мне лучше и дальше называть себя профессором. Пожалуй, не стоит. Все же это корабль, а не университет. Хотя, почему бы ему не быть одновременно тем и другим? Со мной двое коллег. Андерсон и Флетчер. Еще парочка аспирантов. Чейз и Рэй. Хорошие ребята. Не оторваны от реальности интеллектуалы. Действительно талантливые ученые. Ну, конечно, то, что Чейз и Рэй живут в одной каюте, нам только на руку. Остается больше места для других вещей. Но Мэри Шелли. Нет никаких излишеств, мягко говоря. Но корабль может летать, он хорошо укомплектован. Здесь есть все, что нам необходимо для жизни. И потом корабль можно расширить. Достраивать прямо на ходу, в зависимости от наших планов. Осталось только решить, в каком направлении нам двигаться. Я много об этом думал, мы готовились к отлету. Когда началось то, что все вокруг смело окрестили апокалипсисом, люди, как одержимые, бросились искать новый дом, новую планету, совершенно забыв о том, в чем истинный смысл космических исследований. Искать новые миры, и, ну, вы понимаете, о чем я. Отважно спрягать глаголы, которые еще никто не спрягал, смех. Что там у нас? Уменьшим. Кислорода где-то не хватает. Как знать, быть может, решить все наши проблемы смогут более древние и мудрые существа, которые столкнулись с теми же трудностями, что и мы, но смогли их преодолеть. А может, ему вовсе хватило ума избежать того, что постигло нас. Главное искать. Тогда нам обязательно откроются еще неизведанные тайны космоса. И как знать, не исключено, что по пути мы наткнемся на то, что ищут все остальные корабли. Или, может быть, сами. Или, может быть, нам и правда удастся установить первый контакт. Как бы то ни было, скучать не придется. Конец записи. И что, и все? Джамиля, давай, автомат. У Джамили нет кислорода. Как бы не померла Джамиля-то? Корабль летит? Ну, он определенно где-то корабль. Он летит, Джамиля. Джамиля, держись. А, она в шлюзе кислорода достала. Молодца, Джамиля. Так, все, больше тут ничего нету. А остальные записи этой самой Мэри Шелли нет? Видимо, нет. Я чуть не уморил Джамилю. Она стоит под ручным управлением. А я читаю всякое. Ладно. Что у нас тут? Ну, ох ты, две криокапсулы. Обзор. Задача, нет задач. Две капсулы готовы к работе, нормально. А еще вы строите? Ну да, конечно. Чем это построить? Демонтаж. Демонтаж. Я хочу вот это. Они строят криокапсулу. Ну офигеть.
Джамиля одиночество. Ну, что поделать. А кому сейчас легко? Давайте разбирать корабль дальше. Дядя Интер стартирует далеко бегать. Хейли все лежит. Хейли. Хорош симулянтом прикидываться. Отменить строительство. Как тебя отменить? Ага. Камера гиперсна в пень. Там строить. О! Ну, койку, ладно, койка нужна. Не буду спорить. Чего-то у нас не хватает. Одного теперь не хватает. Вот другое дело. А то я, может, такой даже куплю блок. Я так понимаю, на койку извели, да? А если я тебя разберу? Вот эту. Демонтаж. Построить? Построит. Все. Крафтилка электроники есть. Что-то у нас не хватает. Удобрений не хватает. Ну, я не знаю. Что у вас там? Удобрений не хватает. Компостирование. Идет размножение. То есть все ящики заняты, оно фигачит. Просто не успевает, да? То есть мне нужно такую шляпу еще одну. Как минимум. А, по условиям. Давайте десяточка. Не меньше десяточка. Класс. Тут идет разложение постоянно. Но не успеваешь, да? Надо еще одну. Или не надо? Так, все стоит тут. Че, разобрали, что ли, все уже? Да ладно мне рассказывать, разобрали вы. Тут еще гора всего. Спать собрались, посранцы. Берите корабль, летите. Вот они тут мечутся. Вот шаттл пришел, давайте, фигачите. Так, ну он в электронику обманывался, это правильно. У меня есть энергоблоки. Все, в принципе, хорошо. Вот теперь можно строить лечилку. Ресурсы. Жизнеобеспечение, установки. Установки. Давайте еще одну кроватку. И давайте криокапсулы. Вот так. Ну и стройте там на досуге. А, ну что, давайте поля теперь. Генератор щита. Холли щит генератор. Работайте. Вам есть чем заняться. Проблемы логистики. Так, оттуда все еще шаттл таскает. То есть там корпус разбирать еще рано. Но мы пока никуда не летим. Это что такое красное-то? Пиратская коалиция. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Старт. Срочно старт. Хейли, блин, бегом. Он уже приближается. Мы не успеем. Успеем. Хреново, но успеем. Так. А я туда. А ты туда. А я сюда. Выйти. Ушли. Но это сложно, может вернуться. Отлично, корабль. Лом,
Да? Перенос? Да. Это что такое? Щебень. С каким хреном мне щебень нужен? Не знаю. Зачем-то нужен. Так, полетели. Ну, не полетели, в смысле это. Время полетело. Хорош жрать, идите работайте. Троглодиты. У вас корабль не разобран. Мне кажется, теперь блоки-то пойдут. Я уже вроде все построил. Так, с генератором все хорошо. У меня не прощелки, когда опять пираты сюда пойдут. Так, а у тебя чего не хватает? Точка выхода готовой продукции заполнена. Ну да, логистика, елки. Кто-нибудь придет, заберет, я надеюсь. Не хватает народу. Надо больше людей, больше, больше. А еще я лутом набиваю все, у меня очень много лута. И тут точка выхода заполнена, да? Шлюзы переполнены. Ну, некогда носить, что поделать. Так, ты что, опять спать собрались? У них как-то день проходит, оно мгновенно, раз, и все, и день кончился. Электронику унесли. Молодца. Тут тоже переполнено. Шлюз переполнен. Но мне не видно, что тут шлюз переполнен, чем он переполнен. Но, видимо, переполнен. Ну что, бегают, работают. В принципе, нормально. Что нам не хватает? Удобрений не хватает. Только удобрения и все. Все, все спать. Добью корабль, соберу ресурсы. Может, конечно, сразу. Но мне кажется, это будет вообще лахтунг какой-то. Если я, не добив корабль, буду ресурсы собирать. Так, где корабль? Ну, корабль уже такой, потрепанный. Стены они не собирают, то есть им осталось тут фонарики собрать. Вот это неведомое нечто вот это собрать. В принципе, можно уже задавать сбор минералов. Что там, черный камешек где-то был? Вот. Давайте, все работать, все работать, все вперед. Как только закончу с кораблем, закончу с камнями, сразу старт отсюда. В предыдущую систему, где тоже корабль висит. Но это богатая была система. Ай, пираты опять. Ну, конечно, да. Стопе. Джемеля безвылазно сидит. Ну, да. Я задал. Она сидит. Прыжок. Оп. Туда. Ждем. О, нормально. Туда. Вернулись. Вот я Джемелю-то прибил. Я думаю, что никто не работает. А она же у нас остановит-то по станкам. Давайте тут. Минус один человек было. Вот оно и тормознулось, и все. Да? Ну, наверное. Компостер. Компостер. Пусто. А фиг ли пусто? Из биомассы постоянно. Чё пусто-то? Никто не зарядил, наверное. Никто не принёс. Вот и пусто поэтому. Да. Нашу приносили. Видите, она без людей не работает. Судя по тому, что летает шаттл, корабль еще не закончили потрошить. Что тогда шаттл закончится, будут капсулы мотыляться. Вы посмотрите, сколько тут шлюзы лежит всякого. Пипец. Это когда-нибудь разнесут по складам? Я даже не знаю. Это вообще возможно по складам растащить? Даже никто тут не варит ничего. Ну, понятно, идет добыча, идет... распил корабля. Ну что ж, господа, давайте на этом закончим.
Я дособеру за кадром этот сектор. Жмите, пишите. До новых встреч.